Московский Кремль. Красная площадь уже стала главным символом столицы и всей России-матушки. Данное место богато различными историческими памятниками и зданиями. Самые значимые и красивые из них – Московский Кремль и храм Василия Блаженного. Кремль – это и древняя крепость, и вместилище прекрасных музеев и церквей, и резиденция президента Российской Федерации. Московский Кремль был построен более 9 веков назад в качестве крепости, которая позволит защитить Москву от чужеземных завоевателей. В нынешнее время он служит как историческое сооружение и охраняется Всемирной организацией ЮНЕСКО. Общая протяженность стен Кремля более километра, а высота составляет от 9 до 17 метров. Столь значительная разница в высоте объясняется тем, что русский царь не видел надобности в огромной стене на южной стороне, поскольку там располагается Великая Москва-река, которая служила непростым препятствием для неприятелей. В наше время лобное место на Красной площади в Москве представляет собой крайне любопытный и значимый памятник архитектуры. Лобное место также называют царевым местом. Это возвышение окруженное каменной оградой. Лобное место считается святым, с него зачитывались царские указы, казни здесь проводились редко.